Сбер открыл офис нового формата в исторической части города в двух шагах от Барнаульского Арбата. Это второй такой офис в Барнауле. В чем его уникальность и какие услуги, помимо банковских, там можно получить, узнавали мои коллеги. Неофициально «здравствуйте», а дружеское «привет». Именно так хочется сказать на входе в новый офис Сбера. Здесь клиентов встречают открытое пространство, сотрудники в джинсах и футболках всегда готовые помочь. Прям попадаешь в какое-то необычное помещение, красивое, светлое, из светлого будущего, скажем так. Все комфортабельно, хороший персонал, поэтому наши похвалы. И по поводу платежа и оформления кредитной карты. К любому сотруднику можно обратиться сразу по нескольким вопросам. Именно универсальный персонал выгодно отличает второй офис нового формата. Наши клиенты могут заказывать товары в Сбермегамаркете, любые, и при этом посылки получить у нас здесь через нашу Сберлогистику. Получив посылку, при необходимости ее содержимое можно примерить здесь же, в примерочной. За деньгами к новым банкоматам они обслуживают по биометрии и привычно с помощью карт. А еще в этом офисе есть специальная фиджитал-полка с умными устройствами. Она позволит протестировать понравившиеся гаджеты перед покупкой. В новом офисе у нас все построено вокруг клиента, вокруг его интересов, потребностей. Это и безбарьерное обслуживание, и современные технологии, и новые форматы обслуживания. Вы видите, вот за моей спиной есть стойка с современными девайсами, которые помогут нашим клиентам в любых его жизненных ситуациях. Кстати, новый офис Сбера единственный в крае с режимом работы с 10 утра до 8 вечера, 6 дней в неделю. В воскресенье он открыт до 16:00. Офис расположен недалеко от пешеходной улицы Молотобольская по адресу проспект Ленина, 1А, и уже принимает клиентов.